Открой свои глаза и увидишь чудеса. Окна настежь распахни, солнце луч вдохни. Ты живи всегда с мечтой, одолеешь путь любой. Главное вперед идти, за собой зови. Всегда с тобой, крылья за спиной. Поднимайся высоко и не бойся ничего. Звезды светят всем с небес. Верь, что счастье есть. Верь, что счастье есть. Особенно, если оно начинается с такой прекрасной песни. И знакомство с замечательной певицей Ангелиной Дерябиной. С добрым утром! Здравствуйте, дорогие ведущие! Привет, ребята! Ангелина, я знаю, что ты очень любишь музыкальные конкурсы, это правда? Да, это так. Я люблю выступать и смотреть, как выступают другие. О, а, наверное, ты любишь конкурсы, потому что там подарки дают и призы. Ну, не только. На конкурсах всегда есть профессиональное жюри. И даже если у тебя не получится занять призовые места, они все равно дадут очень много хороших советов. О, как здорово! Это практично. Ты пела на конкурсах в разных городах и даже странах. Участвовала в телепроектах. А тебе не было страшно? Было, конечно. Но у меня есть один секретик, который помогает бороться с волнением. А можешь нам рассказать свой секрет? Да мы никому не расскажем, ведь нас здесь только двое. Да-да. Ну, перед тем, как выйти на сцену, вы представляете, что вы находитесь в своем самом любимом месте, где хотелось бы оказаться больше всего на свете. О, я представил! Это правда работает! Ты настоящий профессионал, готовый артист! Да, так все говорят. Ну, а я мечтаю стать врачом или биохимиком. Ой, а диагнозы ты ставить умеешь? Пока что нет, но если стану врачом, обязательно научусь. А загадки отгадывать можешь? Загадки? Конечно. Сейчас мы это проверим.
Ангелина, ты готова? Да. Антон, а ты? А ты будешь помогать Ангелине отгадывать загадки, если что, конечно. Ой, вот это да. Ну, ладно, хорошо, я буду тебе помогать, ну или ты мне. Ребята, вы тоже отгадывайте. Итак, первая загадка. Чтобы не был хилым, вялым, не лежал под одеялом, не хворал и был в порядке, делай каждый день... Зарядку! Молодцы, вдвоем отгадали. Так, так, мне это понравилось. Дальше. Так. Зимой в воде холодной купаться не боюсь. Я только здоровее, ребята, становлюсь. Вот что это? Закаливание? Да, конечно! Закаливание, точно, ты молодец! Продолжаем. Так. Отгадывать. Очень горький, но полезный. Защищает от болезней. И микробам он не друг, потому что это... Чеснок? Нет. Не в рифму. Перец! Защищает от болезней. И микробам он не друг, потому что это... Лук! Лук! Молодец! Это... Круто! Это лук! Болеть мне некогда, друзья. В футбол, в хоккей играю я. И очень я собою горд, что дарит мне здоровье. Торт! Ну нет, нет, нет. Спорт! Спорт! О, ну это точно, Хрюша, давай честно, не про тебя. Ты любишь тортики. Но торт тоже дарит здоровье. Серьезно? Да, он поднимает настроение. Ну, здорово! С этой позиции я никогда не рассматривал тортики. Хрюша, я теперь понимаю, почему ты редко болеешь. Ты много тортиков ешь. Да, они берегут нас от всяких болезней. Чем больше их в пище, тем пища болезней. Вот что это? Я думаю, витамины. Я да. подтверждаю, я тоже так думаю, витамины. Да что ж такое? Они с первого раза все время отгадывают. Класс. Я повсюду, где бываю, все на свете успеваю, потому что у меня строгий... Отгадка из двух слов. Я повсюду, где бываю, все на свете успеваю, потому что у меня строгий... Распорядок дня! Молодец! Уи! Да-да-да-да-да! Круто! Молодец! Так, Ангелина, а у тебя есть распорядок дня? У меня каждый день разнообразный, но так-то есть. А ты с вечера составляешь план на следующий день? Или, может быть, просыпаешься утром и думаешь, так, мне, значит, надо пойти в школу. А потом еще музыкой заниматься. Обычно, да, я распорядок дня планирую за месяц. Серьезно? Да. Вот это да. Иногда за 2 недели. Ребята, вы молодцы! Отгадали почти все загадки с первого раза. Ну, мы старались. Да, мы старались. Мы старались. Ангелина, обязательно приезжай к нам в гости еще. Ребята, а мы желаем вам прекрасного дня. Проведите его активно! Увидимся на канале... 3-4. Карусель!